Отправиться по следам среднестатистического отдыхающего в Египет. Горящие туры. Супер предложение. Рекомендовала своим родственникам и друзьям. Все остались довольны. Деньги вперед и никаких гарантий. Улетать в воскресенье нам сказали, ничего не проплачено. Мы находимся у офиса турфирмы. И сейчас пойдем узнаем, где наши деньги. Почему туристы не застрахованы от риска? И кто по закону должен отвечать за испорченный отдых? Туристический бизнес, если так честно, он весь перевернули. Фильм Александра Бузаладзе. Полный турдом. Специальный корреспондент с Аркадием Мамонтовым. Понедельник в 23:20 на канале «Россия».